Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Привет, дорогие друзья, с вами снова Висконти, мы продолжаем метро Last Light. Насколько я помню, вчера мы, когда сели в эту дрезину, у нас противогаз был целый, а сегодня опять стекла все потресканы. Так. Что, заглохли, что ли? А, я вижу, куда нам надо прыгать. Давай. Во, отлично. Вот и новенький противогазик. И у нас патронов ни хрена нету. Что есть? Блин. Хотя у нас есть дробовик. Что-то я вчера с этим запарился. Давайте пойдем по светящимся... Мужик! Пипец, он мне опять сломал. Вообще сломал противогаз, то есть я задохнусь. Можно сказать, да? Блин. Так, а куда дальше? Да что это за хрень такая? Они ничего не стесняются, смотрите. Так, давай иди. По-моему, десятка стоит, да? Да. А. Вон они идут. Пока вроде не видят, да? Долбоёбы такие, блин. Давай, иди. Десятка. Так. Скоро тут мы приехали. Так. И что? Ну ведь нам... Куда нам идти? Пипец. Так, давай. О, он вообще рядом со мной прошел. Так, вот я вижу там что-то. Так. Окей, тут что у нас? Противогаз еще. Давай. Оденем целый. Там какой-то огонек наверху. Здесь очень сложно искать дорогу. Все горит. А вот там еще, видите, факелы горят. Там какой-то храм. Ах ты, ну день, блин, большой какой, а. А ведь он вернется. Мудак, блин. Так, ладно, чё. Идем на те факелы. На луну будет, падла. Ах ты! Мудила, блин! У меня же столько оружия, не подходите лучше. А! Тварь! Тварь, блин, в прыжке меня хочет завалить. Блядь. Так, беги, Артём. Ах!
Ах ты, собака. Собаки бывают пушистыми, там кто-то здесь не боятся. Вот, блядь. Неужели меня завалишь, падла? И я тебе пузо прострелю. А у меня автомата нету, хреново, конечно. А это бесполезно, по-моему. О, флажки пошли. О! Выныривай, друг мой, выныривай. Выныривай, говорю, выныривай. Так. Автобус. Так, флажки. Так, какой-то супермаркет. Так вот, вижу еще зеленый огонек. Давайте попробуем поискать дорогу. Так. А это что за ловушки? Это ловушки ведь. Так. Друзья. Там, блин, все животные тут бегают. Так. Артём, я тебя вижу. Подождите, друзья. Мы ждем тебя. Давай. Давай, ждите. Парень, давай сюда. Скорее сюда. Так, ну, чё? Давайте. Опа. Да их прорва. Давай. Карабкайся, Артём! Артём, обой на большом! Ну, так я знаю, он закрывает путь свою. Врёшь, не пройдёшь! Вот, сука! Достает у него... Сейчас! Щупальцы далеко отберут! На! Сдохнет он, нет! Стреляй, он вообще стреляй, ничего не хочет! На! Все, они его завалили. Нет? Сюда! Огня! Ах! Их вообще много. По большому бейте! Да где есть? Он живой! Есть! Отходят! О! Добиваем! Сдох, прыгай. Никогда тут такого не было. А если я прыгнул, опять сдохну. Так. Ничего себе! В первый раз такого вижу! Так, он мне дает палку. А, бревно, давай. Блин, ребятки. Опа, перебирайся. Я сейчас. Ты просто супермен. Я у своих. Эй, заходи! Давайте мне сразу. Жрать давай, хочу. Там безопасно. Заходи. Чего зря фильтры тратить? Я тебя увидела еще вон оттуда. Знакомая чувиха. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы снайперша, по радио. Да? Но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за ботсад. С которой мы начали игру, как я помню. Забыл, правда, как ее зовут. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Аня. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Так, ну что ж, давайте продолжаем. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую.
Октябрьская, что-то знакомое. Так, собираемся. Чё собираемся? Так, давай. Патрошки. Патрошки нам нужны. Опять вижу проседание. FPS, так. Собирайся. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, звучит. Знаешь, я бы лучше взял. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Патроны самодел, но качественный. Ну что там? Так. Сообщили, что выдвинулись. Я тут до завтра буду. Скоро, так что, быть. Если что надо, не стесняйся. Отлично. Давайте пойдемте. Ты в катакомбах бывал? Как Саня, там? А что там в эфире да проходили как-то. Как древние церковные катакомбы. Обстановка. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Кто-то стучит. Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! Да это не наши. А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Нет, это чужие. Старый пароль! Чёрт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Как его? Стоп! Да это Лесницкий! Я же говорю, не наши, чужие. И нас опять возьмут в плен. Я так думаю. Так. Короче говоря, я думаю, что Анну-то прибьют. Застрелят. Предатель! Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам... Я никогда не служил. Нет! Эту сугонь! Все, нет, не убьют. Живо! Ну, в принципе, уходим. Она симпатичная баба, так что она им пригодится. Так, ну, а нас не заметили, мы под каким-то распятием. Так, что? Это нам пока не нужно. Вот это вот нам больше пригодится. Сейчас пойдем. Давайте. А тут все завалено. Так, ладно, катакомбы. Так, тут у нас что? Тут все убитые. Так, ничего нету. Давайте идем дальше. Крысы. И давай меняй. Он не хочет менять его. Что это было? Если это пауки, которые боятся света, то мы влипли. Давайте оденем противогаз. О! Это что было? Я аж пересрался. Так, это мы взяли. У нас опять видение. Здесь какой-то лифт, который наверняка не работает. Смотрите. Готовимся к этим ублюдкам. Так.
полностью заряжена и готова к убийству, как говорится. Так, уже слышу. Вон он бежит, падла. Ах ты, падла! Ну так, блин. Мудила. Сука, тварь, блин, на меня не нападай. Хочется выругаться. Ах. Так, тебе, блин, кариес вылечит. Да подожди ты. Давай, во, молодец, Артём, молодец. Ну, я думаю, они тебя покромсали, блин. Так. Так, ладно, давай. Пойдем. Странно, что эти монстры не пробрались в церковь. По-моему, блин. Для них это не проблема была. Так, давай. Я уже слышу. Они пока, по-моему, меня... Оп-оп-оп-оп. Ты че, я не понял, что ли? А он наверх упал. Стреляй, блин. Я опять проседаю, это пес. Так. Открыто достижение. Антибиотик. Понятно. Тут кто-то кидался дротиками. Что-то новенькое. Давайте. Не хочет он менять. А я не знаю, я справлюсь ли, если мы... У нас сейчас будет эта мамочка, которую говорили. Вторая падла. Че, третья? Четвертая. Вашу. У нас патронов не хватит. И терпения тоже. Давайте. Куда нам? Направо, налево. Не знаю, не знаю, не знаю. Птички поют. Хотя это летучие мыши. Так. Опять треснуло. А вот тут, по-моему, они спят. Слышу. Много трупов лежит. Они вон разлагаются, видно. Так. Дальше тут столько дверей. Что это? Тело. Куда? Куда идти? Потрошки. Потрошки, давайте попробуем. 84 патрона. Общей сложности. Я не думаю, что стоит менять. Но она и не меняет почему-то. Так, не знаю, были мы тут или нет.
Опять у нас что-то происходит с противогазом. Ты мудила! Так. Что у тебя есть, мой друг? Есть патроны. Молодец. Так, у нас есть путь туда, у нас есть путь сюда, но здесь горит лампочка. И ни хрена тут нету. Кроме патронов. Прань господня, давай. Ну, я сомневаюсь, что нам залезть сюда. Да. Давай, Артём, иди тогда туда. Там он моргает свет. Не знаю, блин, ребятки. Однозначно нас сейчас прикончат. Пад, смотрите. Бегут. Да, он сейчас начнет перезаряжаться, конечно. Сразу отстреливай каждый патрон, блин. Что-то как-то, знаете, быстро. Неожиданно быстро. Давай. Давай еще крути. Видать, она должна застопориться. Так, да, вроде нормально. Сейчас летучие мыши. Всякие механизмы, американские горки. Так, а куда дальше? Вниз, что ли? А вот попы понастроили, а? Вон, вижу уже тварь. Что ждем? Да кто меня мочит, ты, блин? Когда же вы все сдохнете? Да, это сложная серия для меня. Так, друг мой, дай мне что-нибудь. Эти птички, что ли? Так, хорошо. Где горел свет? Куда мне нужно идти? Так, наверное, сюда. Хотя я не уверен. Тут все так запутано. Нет, это какое-то другое. Падлы могут подойти с любой стороны. Лабиринты, просто лабиринты. Смотрите, вот один. И вот второй. И там еще. Я в воду пиздец мне. Стреляй.
Неужели? Неужели я отбился? Так. Запасов мяса, конечно, полно. Так, что у нас здесь? Какой-то опять большой механизм. Большой механизм, который... Так. Это у нас, скорее всего, должно... Я тебя ждал, друг мой. Честно. Это не могло быть так просто. Да что ты, сколько тебе кариес лечить, давай. Ну, она крутится, и что дальше? Ну, я, в принципе, занял хорошую позицию. А лишь бы мне хватило боеприпасов. А у меня патронов нету. Вот ты куколку взял. Куда идти? Куда? Ага, новый лифт. Поехали. А, знаете, я не хочу с этой... Кто там у них главное? Встречаться в этой серии. По-моему, и так уже перебор. Нету дробаша, придется отстреливаться вот этим. Говнецом. Ну хотя говнецо это против людей. Пойдет. Против этих животных. Лучше все-таки дробаш. А это кто? Это кто? Он провалится, он провалится, он провалится, давай. Один на один. И у меня херня. И FPS проседает. Это ему на руку. Пиздец, это жирный ублюдок. Я не понимаю, что с оптимизацией игры. По ощущениям кадров 10. У меня мало патронов осталось. Я не знаю, выжил ли я. Я стреляю в пустоту. Конечно, тоже тупой немножко. От него надо уклоняться, он, по-моему, слепой. Все, ребятки, у меня патронов нету. Да я сдохну сейчас. Короче, дробаш надо.
Этим пистолетом я ему укольчики ставлю. Убежал. Убежал. Че толку-то? Че я с этой пукалкой сделаю? Так. Тут, по-моему, ничего нету. Нам нужно за ним. Но, по-моему, это не мамка. Это, по-моему, не она. Так, давайте, друзья. Есть тут патроны? Ну, конечно, он не хочет менять. Он не хочет менять оружие. Это пипец. Опять? Ты опять? Это бесполезно, это без всё, я сдохну, ребята. Я не знаю, что я здесь буду делать с этой пушкой. А! Убил. Пистолетом убил. Он что-то все тут рушит, я не понимаю. Беги. Тогда беги. Так. Свет, давай, иди на свет, ты дурак, бля. Он не хочет туда выходить. Стреляй. Тупой ты ублюдок. Ты слепой ублюдок, давай. Кончик тебе от гриппа. А он не хочет туда запрыгивать, ребят. Это пиздец. Задел. У меня уже краснеет. Иди, иди, мой друг. Иди, мой друг, беги. Эта серия жестокая. Он все ломает, все крушит. Это что я с ним пистолетом сделаю? У меня, конечно, есть там какие-то мины. Не запрыгнул. Но, блин, мне сейчас разбираться. Только не говорите, что я его... Я его с пистолета завалил. Какая прелесть. Так, давай. Свет горит. Иди туда. Что происходит? Иди туда. Может, так и надо? Наверное, так и должно быть. Нас затягивает. О, слава богу. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Ну что ж, друзья, на этом серию закончим и отдохнем. Всем пока, с вами был Висконти.